20 минут о ярких событиях и красивых людях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Манная каша – это что-то из детства. Сладковатая, с маслом, она дает много энергии, которая так необходима растущему организму. Те же, кто сохранил любовь к манке и во взрослом возрасте, знают, что лучше всего она подходит активным людям. Пшеничные крупы, которые производятся из пшеницы на наших заводах. Это в первую очередь манная крупа марки Т и крупа пшеничная Артек и крупа пшеничная Полтавская. Это крупы, которые изготовлены, все три вида круп изготовлены из твердой пшеницы. Чем это хорошо? Крупы имеют низкий гликемический индекс на уровне 40-50 единиц. И таким образом происходит медленное насыщение организма, и они правильно у нас в организме распределяются, не облагая лишних жиров. Манная крупа высокого качества, так же как и макароны, производится из твердых сортов пшеницы. Каша из нее получается насыщенного цвета и однородной текстуры. А еще манка участвует в большом количестве кондитерских рецептов. В нашей стране самым популярным является манник, а на Западе с большим удовольствием идет пудинг. Сегодня с вами приготовим такой легкий, но не менее вкусный пудинг, манный пудинг с изюмом. Для этого нам необходимо молочко. Молоко мы используем обычное, 3-2%, без всяких интересных каких-либо добавок. Изюм, одно яйцо, сахар и манная крупа. Что нужно сделать в первую очередь? Молоко кипятим. При этом добавляем туда примерно половину необходимого нам сахара. Сахар я взял 125 грамм. Примерно вот так. Как только у нас молочко закипит, добавим туда 80 грамм манки и хорошенечко размешаем. Пока кипит молочко, яйцо взбиваем отдельно, можно прям венчиком. То есть нам нужно не то, что взбить, а хорошенечко перемешать. Для карамели нам необходимо сахар, остатки просто растопить. Поэтому я ставлю прям маленький огонь и выкладываю сахарочек. Манную крупу нам потребуется буквально 80 грамм. Немножко вот этой смеси нам необходимо добавить в яйцо. Добавляем туда изюм. Разливаем понемножку карамели. Форму. Прямо на карамель разливаем нашу вот эту манную массу. И разлитые формочки убираем в духовку. Духовка у нас заранее разогрета до 140 градусов. Время выпекания около 20 минут. Все, ждем. Итак, спустя практически 25 минут в духовке наш пудинг готов. Как и любой пудинг, у него есть свойство после выпекания садиться, да, то есть становиться меньше в объеме. Поэтому, когда достаете пудинг, всегда с ним поаккуратнее. Во-первых, чтобы не обжечься. Во-вторых, чтобы он у вас вел себя более послушно. И украшаем немножко мятой. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Заключительная неделя проекта «Рожденная побеждать» с головой погрузила участниц в подготовку к финалу. Постановка общего танца и репетиции индивидуальных номеров, подготовка визитки и мастер-классы по энергопрактике, психологии, лекции о правильном питании, имиджу и стилю. Ничто не поднимает так настроение, как красивые, правильно подобранные вещи.
для любой девушки радостно, когда гардероб ее радует, когда у нее есть вещи, которые повышают ее настроение. Эта коллекция уже осень-зима в оттенках осени зимы. Это карамельный, бутылочно-зеленый, ну, конечно же, белый цвет, коричневый. То есть мы сегодня решили черный цвет вообще отставить и поиграть оттенками. Фотосессия в дизайнерских платьях – событие особенное. Участниц представили в образах греческих богинь в окружении живых цветов. Репетициями только в зале участницы не ограничились. Один из номеров финального шоу девушки исполнили в самом центре Челябинска во время экскурсии по городу. Финал конкурса «Рожденная побеждать» состоится уже в это воскресенье. Перед зрителями выступят 12 участниц из России, Казахстана, Украины, Армении и Таджикистана. Вы женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно, нравится себе и окружающим? Специально для вас имидж-клуб «Светлана» объявляет набор в проект «Модель X+». Подробности по телефону 263-57-37. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова 159. Исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа. Мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Минувшим летом многие челябинцы свое свободное время проводили на свежем воздухе. И многие даже соскучились по светским вечеринкам в самом классическом понимании этого явления. Итак, серию коктейлей и светских приемов в этом сезоне открывает 21 век. День рождения бутика «21 век VIP» открыл сезон светских вечеринок этой осени. Гости приема с удовольствием позировали в нарядах из новых коллекций и делились своими осенними настроениями. Мы очень благодарны, что вы все к нам пришли. Мы очень благодарны семье Линков, что нас пригласили на это хорошее и интересное мероприятие. Мы очень рады вас видеть. Мы желаем вам всем добра, счастья, любви, тепла. Этой осени хочется теплоты, красоты, бархата, вельвета. Но лично мне хочется вот бархата, поэтому сегодня я, наверное, в этом прекрасном красивом платье. Хочется такого какого-то изыска, французского шика. Чего-то яркого, морского, свежего. Поэтому, согласно коллекции «Балман», которую мы сегодня показывали, она замечательная, красивая, золото и черное.
королевский синий и черный, хочется вот в этих тонах провести осень. Это же зависит от темперамента, то есть на самом деле каждая девушка индивидуально, да, то есть кому-то подходит что-то, вот кому-то подходит чистая талия, да, кто любит Дольче & Габбана, это женственность, такая сексуальность, кто-то любит выдержанность или как комфортная элегантность, это Брунелло Кучинелли, то есть можно о каждом бренде говорить отдельно, и мне кажется, для каждого бренда на самом деле есть свой клиент, то есть даже так говорить, это плохо, это хорошо, я так не могу, потому что мы все очень разные, каждому идет что-то свое. Был год, когда я любила Филипп Лейн, сейчас я полюбила почему-то Ив Сен Лоран. То есть меняется мода, как-то меняются вкусы. Там, кто-то любит Брунелло Кучинелли. То есть когда-то я и Дольче & Габбана любила, сейчас тоже немножечко от нее отхожу. То есть это все индивидуально. Кульминация вечера стал показ новых коллекций. В числе знакомых челябинцам брендов особо хочется отметить премьеру сезона. Сейчас вы увидите очень много луков с новой коллекции. Надеемся, что показ вам понравится. Этот бренд представлен впервые у нас в бутике, и поэтому мы хотели как раз к нашему новому дню рождения подготовить показ, где мы можем показать очень много луков с новой коллекцией бренда Balmain. Это может быть как деловой стиль, так и вечерний стиль. Оно в себе сочетает очень многое, в зависимости от каблука, там, от прически, от деталей, которые можно смиксовать. Поэтому оно такое очень многообразие создает в образах и вполне так для многих. Сегодня и бизнес-вумен, и творческих деятелей, но сегодня такое создало настроение, что можно приобрести для разных совершенно ситуаций в жизни. Мне он очень показался таким своим родным, по своему силуэту. Вообще, мне кажется, очень женский силуэт, когда мы видим, мы уже отвыкли носить высокие плечи, и это как-то нас возвышает, делает осанку более такой строгой, правильной, классической, открывается лицо, фигура женщины по-другому, силуэт. Мы видим талию, видим ноги. То есть это такой некий шик, сексуальность, сдержанность и какой-то, ну, можно сказать, высший пилотаж. Она такая более традиционная, она тоже интересная. Вот. Но она такая прям, знаете, классическая какая-то. Красивая классическая коллекция. Важной составляющей этой роскошной вечеринки стала благотворительная кампания в поддержку животных. Публика восприняла эту идею с воодушевлением. Творить добро – это очень приятно, и мы тоже этим самоутверждаемся. Так же, как в брендовой одежде, нам приятно ходить, так же и помогать нашим близким друзьям, животным. Поэтому сегодня с удовольствием мы делаем большие пожертвования, с удовольствием от всей души, что Валентина купить, что нашему маленькому леопардику помочь. Мы все с удовольствием это делаем. Я считаю, что вообще добрые дела, конечно, не надо забывать, потому что наша жизнь складывается. И наше состояние душевное все-таки из таких поступков, из фактов. И вот маленькие какие-то животные, как сегодня мы видели, леопарда маленького, это то самое, что мы должны хранить, оберегать, не забывать о том самом, что мы люди, и красота спасет мир. Но красота человеческая, принцип, отношения, доброта, милосердие, нравственность, вот это спасет. А не люкс тяжелый и красивые украшения. Без этого они просто ничто.
Вечер оказался приятным и интересным, роскошным и вместе с тем душевным. А значит, осень обязательно будет разнообразной и непременно стильной. Вы смотрите программу Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Этой осенью дизайнеры предлагают много ярких красок, но есть и сторонники ахроматичных решений, которые выглядят не менее стильно и эффектно. Данный образ, он исполнен в трендах этой осени. Собраны, наверное, абсолютно все тренды, которые есть сейчас. Это прежде всего белая обувь, казаки. Вариант очень удобный и в то же время очень стильный. Металлик. Если вы приобретете такие джинсы, вы сможете их носить с абсолютно разными вещами. Будь то белая рубашка базовая или базовая футболка. Они сами по себе уже смотрятся очень красиво и элегантно за счет своей блестящей фактуры. Понча с геометрическим принтом. Очень нежная, очень теплая. И в то же время оно позволит вам оставаться стильной. Обилие цепей на шее. Цепи – это абсолютный тренд этого сезона. Цепи у нас присутствуют везде, не только в аксессуарах, но и не только в качестве ожерелья, на шее их можно носить, можно их подевать в петличку брюк и носить на бедрах. Некоторые черно-бело-серые сочетания выглядят эффектно за счет игры фактур. Ворсовые ткани, кожа и металл – все это активно предлагается в новом сезоне. Искусственные шубы – это тоже тренд, он с нами уже не один сезон. И те, кто боялись ее померить, носить, я рекомендую в этом году все-таки сделать это. Потому что мода за экологичность, она с нами. И очень приятно осознавать, что в производстве такого изделия ни одно живое существо не пострадало. Также стоимость такой шубы, она небольшая, и ее себе может позволить абсолютно любая модница. Сочетать такую шубу интересно не только с привычными нам вещами, это джинсами, юбками и платьями. Также можно попробовать сочетать ее с легкими шифоновыми платьями. По сочетанию эти фактуры абсолютно разные, и это будет смотреться очень стильно и интересно. В данном луке мы выбрали такой монохром в виде серого цвета. Монохром – это давно известный прием, но в этом сезоне он актуален. Монохром позволяет вытянуть рост и быть стройнее. Этого хочет, пожалуй, каждая женщина. А еще стилисты любят ахроматичные цвета за то, что их легко сочетать с любыми другими оттенками. Ведь разнообразный гардероб – это не изобилие вещей, а много различных комбинаций. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Стильно и элегантно, строго и со вкусом. В тренде и с характером. Все это про одежду бренда Mady Art. Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. Mady Art – гарантия восторженных взглядов. Хотите еще больше красивых новостей? Подписывайтесь на наш Инстаграм, вступайте в группу ВКонтакте, а также заглядывайте на наш сайт и YouTube-канал. И будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».